этнотуристический маршрут «Путь Тукая» презентовали сегодня Рустаму Миниханову. Предполагается, что это будет маршрут культурного паломничества по нескольким районам республики. Республиканский фонд поддержки начнет новый этап выплат вкладчикам Татфонбанка и Интехбанка 1 июля. Прием заявлений с суммой требований до 300 тысяч рублей начнется 15 июня. Воздействие на воздух, почву и воду. Какие аварии возможны? Эту информацию еще сотни страниц проектной документации представили сегодня инвесторы мусоросжигательного завода. В поселке Осиново открылась общественная приемная.